Всем привет, мои дорогие, мои хорошие! Перед началом этого видео хотела бы поздравить вас с 8 марта, пожелать вам добра, света, любви, нежности и всего прочего хорошего, чего бы вы могли себе сами пожелать. У меня тут случилась маленькая оказия, я приболела. Да, приболела и сижу сейчас на снегу. Ну что поделать, не мы такие, жизнь такая. В общем, начало весны у меня знаменовалось не только болезнью, но и, скажем так, приятными вещами. Не так давно мы с моей коллегой съездили на одно волонтерское мероприятие, а именно помогли в тестовой лыжне для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, я, наверное, пересяду, потому что жопу начинает уже подмораживать. Ой. У тебя варежки стряхнут. Спасибо. Забыла, на чем я остановилась. Продолжаем. В общем, мы съездили на волонтерское мероприятие по организации тестовой лыжни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Что от нас требовалось, это, в принципе, на протяжении всей трассы 800 метров поддерживать их, ну, помогать физически, чтобы они не упали или еще каких-то неприятностей не произошло. И, соответственно, немножко поддерживать морально. В целом, мероприятие заняло где-то час-полтора. И далее нам организовали увлекательную экскурсию по Черноисточинску. Мы поднимались на гору Заводская. И также посетили музей, как он, арт-резиденция Черноисточинска, там была вообще какое-то уникальное, удивительное место. Там был единственный в России музей наличников. Нам рассказали историю вот этих вот украшений на окнах старорусских. В 20-х годах переехал в Черноисточинск. Что значит переехать по традиции столетней давности? Дом раскатать, на телегу положить, привезти на новое место, по бревнушку все обратно собрать. Это вам не 7 грузчиков, а 5 колубок. Кстати, после экскурсии по Черноисточинску нас пригласили в гончарную мастерскую, где провели мастер-класс по гончарной лепке. Мы узнали некоторые фишечки и особенности именно местного гончарного дела. Тоже было очень интересно. Ну и, соответственно, на 8 марта нас мужчины тоже поздравили достаточно нестандартным способом. Я не могу говорить очень долго, у меня уже голос все садится. Сейчас покажу. Соответственно, мужчины нас на 8 марта на работе поздравили достаточно нестандартным способом. Подарили нам сертификаты Волкомаркет. Наверное, шутки про винишко зашли слишком далеко. Ну, короче говоря, сейчас пойдем его реализуем, покажу, что купила. Как-то так, как-то так. Снимаю вас. Что еще из новостей? Из новостей. Мне назначили вождение на 18 апреля. Экзамен будет практически. Мама. Здравствуйте. Назначили практически экзамен на 18 апреля, потихоньку готовлюсь. Я, конечно, ожидала, что буду опять ждать 2 месяца, такая булка немножко подрасслабила. А 18 апреля это достаточно близко, глазом не успеешь моргнуть, поэтому что-то очко жим-жим, если честно. Ну, собственно говоря, вот из этого вытекает подарок Данила на 8 марта, он оплатил мне занятия по вождению, за что ему, конечно, тоже большое спасибо. Мадлав. Вот как-то так, как-то так. В целом, конечно, еще очень сильно что-то подводит бодрость духа. В каком-то я упадочном настроении, если честно. Не знаю, с чем это связано. Пытаюсь себя подбадривать, пытаюсь находить только хорошее во всех моментах окружающих. Но что-то пока это дается сложно. Все как-то мрачно, грустно. Даже на улицу вон себя кое-как вытащил. Но это еще с физическим состоянием связано, что немножко прибаливаю.
Ну так, ладно, будем немножко ободряться, поднимать себе настроение, все-таки весна. Все-таки мы пережили еще одну зиму. Поэтому надо держать хвост пистолетом, правильно? Правильно. Так, где тут мяч? Где моя собака? Ей пофиг на мяч. В целом не холодно, может еще куда-то прогуляемся? Ну, может, ты с вами поиграешь, а не будешь снимать уже, а? Да я все уже, все рассказала. Все рассказала, что хотела. Играйте с нами. Играю с вами, все. Все, играй. Что в итоге взяла на сертификат? Взяла вот такую вот бутылку Амаретто. Выбирала, если честно, из того, что подороже. Я вообще за это не шарю. Сертик у меня был на 2000, так вот я его весь израсходовала. Ну, производство вроде как Италия. Короче говоря, какой-то он прям супер вкусный и крутой должен быть. Я как-то попробовала с мамой коктейль амаретто и апельсиновый сок. И вот сейчас взяла себе тоже повторить. Ну, типа, это не значит, что я сейчас всю бутылку выпью. Пусть стоит до лучших времен, будет настроение, выпью. Так что мужчины на работе, грубо говоря, подарили мне вкусный ликерчик. И на сдачу взяла себе упаковочку сыра камамбер. Вот. Была еще у нас в этой покупке бутылочка вина. Я ее вручила Данилу. Данил счастлив. Вот. А еще покажу вам, что у меня тут растет на подоконнике. Новые жильцы мои. Так, одной рукой пока неудобно. Короче говоря, зашли у меня вот такие вот малышки, перчики, чили. Посадила их из семечка. Вот у меня 3 горшка таких кустиков зашло. Я тут их в подобии теплички что-то держу, опрыскиваю. Надеюсь, скоро уже можно их будет в горшок высадить. Вот они, мои малышарики. Короче говоря, хочу еще сейчас купить помидорки черри, которые предполагают то, что их можно выращивать на подоконнике или на балконе. И вот сейчас ищу семена всякие разные, консультируюсь, как это правильно сделать, чтобы они у меня точно взошли. И, скорее всего, к следующим выходным уже буду заниматься посадкой черриков, которые предназначены для подоконников. Вот это вот как вообще такое возможно? Объясните, пожалуйста. Лезла, не долезла, устала, уснула, где пришлось, где остановилась. Видишь? Чего так странно лежишь-то? Полупопье какое-то собачье. Привет. Так, друзья, а мы собрались тут варить том-ям. Я покажу, что у нас идет на этот замечательный суп. Соответственно, так, это лишнее, это не смотрите. Вот что мы купили. Взяли вот такие вот сенсой пасты том-ям попробовать, потому что арой что-то не можем найти, ищем по всему городу, уже нигде их нет, давно не видели. 2 баночки кокосового молока, томаты черри, лайм, грибы у нас идут, шампиньоны. Обычно туда идут вешенки, но нам как-то с шампиньонами больше заходит. Тигровые креветочки, кинза, наборчик вот такой для том-яма. Это лемонграсс, острый перчик, листья лайма и имбирь. Корень галангала, это не имбирь. А, это корень галангала, боже. Вот вам экспертное мнение. Корень галангала. Так, кольца кальмара замороженные и мидии. Сейчас мы это все моряки кладем размораживаться. Ставим бульон туда-сюда. Основа у нас либо куриный, либо говяжий бульон. В этом случае у нас говяжий бульон. Вот как-то так, как-то так. Короче говоря, ставим вариться. Так, вот он наш том-ямчик готов. Тут у нас рисик к нему. Ой, мальчики. Тут у нас рисик к нему. И, конечно же, кусочек лаймика сейчас в суп себе выдавлю. Все, приятного нам аппетита. Какие у нас тут ароматы стоят, вы не представляете. Поближе вам покажу эту всю жижу, эту всю красоту. Сейчас еще рисик себе добавлю. Все-таки домашний том-ямчик, это вам не из доставки ни разу. Здесь с любовью, как для себя, как говорится. Нажористо, жирно.